Привет, YouTube, ровероводы, подписчики. Сегодня речь пойдет о том, как подготовить автомобиль, в данном случае ровер 200, когда влажная погода, на улице сыро, мокро. Поэтому нужна специальная подготовка, чтобы он вас в нужный момент не подводил. Многие говорят, что в сырую погоду сажусь, завожу, а она не заводится. Или заводится, но с трудом, троить начинает. Дело вот в чем. Во-первых, саму катушку нужно вынести в такое место, чтобы на нее как можно меньше попадало влаги. Чтобы она не коротила, не намокала. Вот я сделал вот так, вынес ее вперед. Здесь ей всегда сухо, тепло. С этим проблема пропала. Катушка вазовская у меня стоит. Сейчас сниму я крышку распределителя. В нем собирается конденсат. Что сделать, чтобы конденсата не было? Да, вот, кстати, пользуясь случаем, скажу вам вот про этот аккумулятор. Кто смотрит мои видео, тот знает, что я его поставил перед зимой. Зиму он себя показал очень хорошо. Крышка немного подуставшая, но еще вполне рабочая. Вот этот вот центральный уголек, так скажем, должен хорошо крепиться к пружинке и быть целым. Следить, чтобы он в аккурат прислонялся вот в это вот место, которое вы сейчас видите. До этого у меня уголек сточился, и пружинка, видите сами, как выработала на новом бегунке такой след. Но сейчас тут все загладилось, и все стало нормальным. Вот этот уголек, который здесь, я подобрал от ваза, чуть-чуть немного доработал, поставил, и в принципе он здесь держится нормально. Сейчас я аккуратно шкуркой зачищу эти контакты, немного совсем. Вот таким кусочком 2000-й наждачки. И это все сейчас дело уберу здесь с краев. Вот так вот я все почистил. Вычистил, насколько тут получилось. И сейчас самое главное вот, во влажную погоду, чтобы здесь как можно меньше скапливалось конденсата, нужно всего лишь помазать внутри любым машинным маслом, абсолютно любым. Но не сильно, а так, чтобы создалась пленка на внутренней стороне распределителя. Я масло буду использовать штилевское, которым бензин разбавлять. Вот оно. Почему его? Потому что просто оно у меня под рукой попалось. И просто намазывается. Контакты только не трогайте. Все остальное все намазывайте. Вот так вот это все дело получилось. Все блестит. Контакты я не трогал. Устанавливаем и смотрим, чтобы вот здесь не было перекоса, чтобы он стоял ровно. Данная технология мной уже испытана. И она работает, реально работает в сырую влажную погоду. Все собрано, заводим аппарат. Ну, сигнал сработал. Все как часики работает. Удачи вам на дороге, приятных просмотров. С вами был Евгений, до новых встреч на канале.